Добрый день, вы на канале Товарищ с Поднебесной AliExpress Китай. Сегодня мы вскрываем очередную покупочку нашу из Китая. Посылочка вот такая вот, предположительно игрушки, супергерои. Заказывал для малых. О, да, соответственно, это они и есть. Вот такой вот упаковочка. Супергерои, Мстители, 8 штук. Мы их заказали за $74 28.05 и получили 24.06. Так как это запечатано, не могу найти, где тут вот такой вот телочек и, соответственно, много игрушечек. Так, ну и соберу одну, все остальное будут собирать малые. Так, вот такая вот игрушечка. Так. Очень хотели дети мелкие такие игрушки себе для Лего. Оп, голова. Волосы. Так, дальше у нас руки человека. Такие все мелкое и не очень удобно. Ага. Так, рук с запястьями больше, чем предплечья. Предплечья одного не хватает. Положили две руки вместо предплечий. Вот такая вот игрушечка. Сейчас мы посмотрим вот такой вот, соответственно, плащ. Плащ через руку одевается. С одной стороны оденем, а с другой, к сожалению, не получится, так как нету еще одного предплечья. Так, сейчас посмотрим следующую игрушку. Очень интересно стало. Может, он все так запечатал с недостающими элементами или лишними. Так, смотрим. Вот еще один супергерой. Так, это вот так вот у него голова оделась. Так, шлема нету. Зато то опять тоже три руки. Предплечье есть. Вместо шлема у него еще одно запястье. Что-то на запястье много не наделали. Соответственно, вот так. Вот такие вот игрушки китайские. Итак, в итоге после сборки наших супергероев получились вот такие вот замечательные фигурки. Нашлась недостающая рука. Хотел уже было обидеть китайцев, написать им какие-то претензии, но затерялась при распечатке упаковки одно предплечье. Вот этот супергерой, все нашлось, все у него на месте. Вот такие вот маленькие мини-фигурки. И напомню, они всего лишь за $74, 8 штук. Тут есть и Бэтмен, и Супермен, и там Халк, и еще там какие-то герои, я всех не знаю, это малые знают, будут играться, расскажут. Ну и, соответственно, у каждого супергероя было по одному запястью в подарок или как про запас, так чтобы не потерялось. Вот такие вот фигурки супергерои для лего-конструктора. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания, в дальнейшем будет еще много чего интересного.